Чем ближе к Новому году, тем больше приятных хлопот. Придумать праздничное меню, выбрать костюм и, конечно же, нарядить новогоднюю елку. Наша съемочная группа провела рейд по елочным рынкам и уже готова поделиться с вами самым интересным. Новый год на носу, и одесситы уже задумались о том, чтобы купить вечно зеленое чудо. Выбрать новогоднюю ель не так уж и просто, но мы попробуем. Сейчас вы узнаете, как найти настоящую лесную красавицу. Надеюсь, что с елками у нас будет меньше проблем, чем у бывшего президента Украины. Сегодня уже останавливается Новоречная. І люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік. До Нового года чуть больше недели, и мы отправляемся на елочный рынок искать ту самую. Там встречаем Араза. Он в зеленом бизнесе уже больше 10 лет. Расскажите, пожалуйста, это хорошая елка? Это хорошая елка. А да, почему? Потому что она пушная, желтая, хорошая. А какие должны быть иголочки? Иголочки должны быть зеленые. Ну, пусть, чтобы пышная была она. Не зеленая, не желтая. Желтый быстрее высыпать. За такую ель вам придется отдать около 500 гривен. Стоимость хвойных деревьев меньшего размера варьируется от 150 до 300 гривен. Но это цены перекупщиков. Если брать у производителя, то все гораздо дешевле. Чтобы люди не искали, чтобы люди не шли в лес, не рубали все подряд. Мы, как говорится, за такую очень символическую цену. Вот сосны метр, полтора метра 50 гривен, метр 60, 2 метра 65 гривен, 2,10, 2,90, высота 130 гривен. Хотя Валентин Владимирович не скрывает, даже за такую небольшую плату спрос на услуги одесского лесничества очень упал, особенно по сравнению с прошлыми годами. Раньше спрос был больше, потому что обстоятельства были другие. В прошлом году не очень так был такой спрос, а в этом году, вот сегодня уже будем говорить 20 число, да, ну так, чтобы был ажиотаж какой-то, такой не наблюдается. В одесском лесничестве нам напоминают, покупать новогоднее дерево нужно только при наличии белого стикера на нем. При выборе обязательно елки клеймуются на нижнем комле клеймом. И также наличие бирки, ось такой, зацепляется або за стовбур дерева в основном, и есть индекс предприятия. Реализация законных насаждений осуществляется только с использованием электронного учета деревины. То есть на каждом елке должен быть чип со штрих-кодом, и на каждом столбе дерева должно быть клеймо. А вот если вы надумаете продавать новогодние деревья без вышеперечисленного, то ждут вас большие неприятности. Конфискуют все ели, еще и штраф заплатите. Давай. Так что с этим лучше не шутить. А я вот смотрю, есть стикеры, да, на елках такие чип, белые. Чип. А что это за чип? Чип, это должен быть на всех. Это означает, чтобы разрешили торговать его. И, конечно же, куда без извечного спора, что лучше, сосна, ель или искусственное дерево. На эту тему мы провели опрос. Можем утверждать, новогоднее настроение у одесситов на месте. Елка. Почему? Ну, потому что она такая, более пушистая. Здравствуйте, я ничего не покупаю. А почему? Ну, с этого внучат нет уже. Уже выросли. Так что некому покупать. А у меня есть искусственная. Искусственная? Да. Елка. Спасибо. Елка. А почему елка? От нее запаха такой, запах приятный. Да, только ну, нужно вовремя ее убрать, вот, чтобы не было иголок потом целый год. Елка. А почему елка? Просто. У меня искусственная. Мы уже до такой степени развиты ну, народ, что я выбираю искусственный мех, искусственную елку, потому что ну зачем убивать живое? Искусственную елку. Елки бы цены видели. Мы спрашивали первый завоз 1000 гривен, чересчур для нас было. Ой, я искусственную только. А да. Почему? Ну, потому что жалко деревья. Сосна. Я вообще выбираю всегда елку. Все. А почему? Мне нравится больше елка. Еще с детства. Я покупаю елочку для своих внуков. Вы знаете, мы каждый год покупаем сосну. Уже просто надоело. Вообще-то елку. А почему? А потому что она более естественная. Для 7 канала специально в эксклюзиве исполняется «Бель» на полуфранцузском языке. «Бель, мон глиси кон зимуа, он медак соксель,
Для мадмуазели сувителенкох пьюсель. Итак, подводим итоги состязания. Однозначным фаворитом становится елка. Она набирает 7 голосов. На втором месте искусственное дерево. 5 голосов. И всего один человек отдал свой голос сосне. А если вы уже определились со своим выбором, то дело осталось за малым. В год козы на елке должны преобладать светлые и спокойные тона, например, белый или серебряный. Это обязательно принесет вам удачу в следующем году. Анна Грынев, Наталья Костенко, Дмитрий Бондаренко, Алексей Филиппов, 7 канал.